Всем приветики! Сегодня, редактируя все не в Вегасе, мне вот понадобилось развернуть на весь экран окно предпросмотра. И получается, здесь есть такая кнопочка, вот, предпросмотра видео. И когда на нее нажимаешь, открывается на весь экран. Но это неудобно, потому что, получается, ты вот смотришь и ничего не можешь делать. А я хотел просто окошко увеличить, чтобы можно было и здесь как-то передвигать все это, и при этом видеть, что происходит в предпросмотре, но в немножко увеличенном окне, потому что здесь как-то плоховато видно. И что для этого делать? Просто вот есть вкладки, триммер, просто предпросмотр видео, берем за эту вкладку, левой кнопкой мыши удерживаем, тянем, все, оно отсоединяется. И тут можно сделать его немножко побольше, то есть взять и так вот, например, увеличить. И все. И вот оно будет где-то так, и можно редактировать как-то, и при этом экран предпросмотра будет больше. А если нужно убрать его на то место, ну, когда уже оно не надо и нужно его убрать, то не нажимайте кнопку «Закрыть», потому что оно реально его закроет. И чтобы вернуть, нужно нажать «Вид», «Окно» и «Предпросмотр видео». Кстати, когда предпросмотр смотрите, можете выбрать качество. Как бы вот по этим вот полазить менюшками, выбрать, что более получше, можно хорошее, наилучшее, и полный размер посмотреть, либо половину от размера. Вот, а чтобы вернуть окошко, просто левой кнопкой мыши берем, за верхнюю его часть удерживаем, и она нам пишет, чтобы присоединить, удержите Ctrl. И получается, еще нажимаем и удерживаем Ctrl, то есть две клавиши, и возвращаем обратно сюда. Потом все отпускаем, все оно обратно прилепилось, как вкладка. Вот, как-то так, на этом все, всем покидал.